Крупная авария в Златоусте. Груженный ЗИЛ протаранил сразу 4 машины. Пострадали 2 человека. По всей дороге лежат какие-то трубки сантехнические. Очевидцы сняли последствия ЧП. По предварительной версии, при спуске с горы у ЗИЛа отказали тормоза. Водитель потерял управление, машина стала петлять по дороге и зацепила маршрутную «Газель», две отечественных легковушки и «Ладу Гранту». На последнюю пришелся основной удар. Все автомобили получили серьезные повреждения. Пострадали 19-летняя пассажирка маршрутки и водитель «Гранты». А на трассе Москва-Челябинск водитель «ВАЗа» 7-й модели выехал на обочину и столкнулся с припаркованным «МАНом». 3 пассажирки госпитализированы.